Твери продолжают привлекать к административной ответственности автовладельцев, которые оставляют машины на газонах, в парках, скверах и в других запрещенных для парковки местах. Теперь бороться с нарушителями начали с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации. Подробности в следующем материале. Регистрировать нарушение правил парковки теперь получается гораздо быстрее. С помощью вот таких портативных комплексов, которые включают в себя фото и видеосъемку, материалы автоматически отправляются в административную комиссию Твери, после чего автовладелец получает штраф. В качестве пилотного проекта с начала этого года был запущен центральный район, в котором было закуплено оборудование администрации района, и они приступили к фиксации данных нарушений в автоматическом режиме. В ноябре тестовый режим закончился. Теперь оформлять штрафы с помощью фото- и видеофиксации начали во всех районах города. Что существенно упрощает нашу задачу, поскольку позволяет привлекать к административной ответственности в соответствии со статьей 28.6 Кодекса административных правонарушений, то есть без составления протокола. Напомним, размещение автомобилей на территориях, занятых зелеными насаждениями, является административным правонарушением, за которое может быть выписан штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы на 20 и даже 40 тысяч рублей.